Всем привет! Вашему вниманию хочу показать, как CD записывать на мини-диск с помощью системы CMT-AESH10. Это High MIDI система, но она на MIDI-диске обычные, тоже Net MIDI, любые форматы записывает. В принципе, вот эти вот High MIDI, они особо не нужны. Можно и обычный мини-диск переформатировать в High MIDI. Но сейчас я обычную запись. Вот беру группу REC. Это Warp Records. Это вот у меня три альбома их есть. Но вот на даче вот эти два. Надо их перезаписать, чтобы не портились, сохранились на мини-диск. А Warp 89. Значит, этот альбом Digipack. Вот такой вот имеется. И Warp... каталог Warp 108. Вот это вот его силуэт, я так понимаю, артиста. И здесь вот рисунок женщины. Ну и вообще тут нарисовано. И здесь можно сказать, как много граффити, всяких рисунков. Посмотрите, пожалуйста. Телефончики нарисованы, пленочные, значит, эти катушечные магнитофоны, микрофоны и так далее, и так далее. Я уже отсюда достал диск, чтобы не мучиться. Вот, тут выражает спасибо, кому он написал. Ну, смотрите, вначале мы открываем, допустим, можно и вначале мини-диск ставить, компакт-диск вставляем. Там он его сейчас нам прочитает, загрузит, и будет все хорошо. Значит, MIDI. Потом мы открываем, вот он открылся, вставляем. То же самое, он нам прочитает, напишет, что пустой диск. Так, и следующее, можно вот отсюда запись, видите, по кнопками, двойная запись, высокая запись. MIDI тейп, туда-сюда, CD, много возможностей, потому что тут, видите, есть кассета, можно с кассеты записывать. Так, и можно с пульта записи, тут вот красные кнопочки представлены, вот различные, вот все функции записи. А можно через меню, сейчас мы так и поступим. Значит, Enter, нажимаю, удерживаю несколько секунд, а дальше тут вот Edit, но я буду говорить, аж слабо видно. Мы листаем дальше, Synchro Rec Mode. Подтверждаем, синхронистировать. И смотрите, я перечислю, какие возможности. Тейп на MIDI, с кассеты на мини-диск, с MIDI на кассету, наоборот, записать, что интересно очень. CD на кассету, тоже интересно. На кассете будет CD записано. И CD на MIDI. Вот этот формат мы сейчас выбираем. CD на MIDI. Подтверждаю. Окей. Все, запись у нас... сейчас должна пойти, потому что диски все вставлены. Но тут специфическая, это, возможно, такая музыка может быть, поэтому не пугайтесь, не удивляйтесь. Можно этим записывать, но это я вот именно для сравнения положил. Он тут сейчас играет кое-что своей жизнью. Живет для интерьерчика, потому что вот тут